почему именно Нью-Йорк. Нью-Йорк сейчас является как бы новым центром для построения из Силиконовой долины, при том с помощью армянской диаспоры. Если быть более точным, Нью-Йорк окружен 5 джавс. Я не знаю, как будет это слово на русском, но как раз Нью-Йорк и те 5 округов, которые окружают Нью-Йорк, они являются как бы новыми хабами инноваций, инвестиций и все, что связано как раз с привлечением каких-то новых инвесторов и венчурных фондов. И Нью-Йорк как раз был выбран, исходя вот из этой логики, что Силиконовая долина, она уже стала очень перенасыщенной, и Нью-Йорк, и вот эти 5 округов, они более открыты для инноваций. Если сравнивать с тем же 2020 и 2021 годом, то в течение 2022 года очень такой огромный фокус упал как раз в страны СНГ, на Армению и на Грузию. А в частности, почему на Армению немного больше? Потому что в плане технического ресурса и в плане как раз программистов и технологических компаний Армения отличается в плане своего качества. И если учитывать тот факт, что у нас правительство всячески принимает какие-то меры, которые способствуют, например, более мягкому налогообложению для стартапов. А у нас есть ряд акселераторов, ряд программ, которые тоже помогают бизнесу развиваться. Тот же Bizapp, например, мы являемся выпускниками Bizapp. И если вот суммировать все вот эти аргументы воедино, они делают Армению очень интересной с точки зрения инвестиций. Кстати, вот как раз Orion и вся концепция Rakelyansk заключается в том, что она хочет построить новую Джуфу. Джуфа — одна из исторических территорий Армении. И Джуфа как раз под движением Джуфы, она пытается все больше привлекать инвесторов для как раз армянских организаций, для ускорения, например, входа армянских стартапов в те же западный рынок. Дубай тоже считает наш рынок очень привлекательным в плане инвестиций. Мы недавно получили предложение из Британии. Как ни странно, Франция тоже входит в список стран, которые очень активно участвуют в нашей экосистеме. И у нас даже есть отдельная организация, которая занимается релокацией армянских стартапов в Испанию. То есть, если резюмировать, кроме Штатов, из крупных игроков, это Арабские Эмираты, в частности, это Дубай, Франция, Испания и Британия.